Ну а сейчас немного информации о погоде. Сильные дожди со снегом обрушатся на Казахстан. Казгидромет объявил штормовое предупреждение в 13 областях. Осадки пройдут на севере, востоке и в центре страны. Столбики термометров покажут плюс 10 градусов тепла. По республике усиление ветра, ночью и утром туман. Резкого похолодания синоптики не прогнозируют. В Астане дождь. Есть вероятность выпадения снега. Температура воздуха днем до 4 градусов тепла.